«Культ поход». Внимание, внимание, программа «Культ поход» сегодня начинается именно в это время, 11.07 на часах, а не как обычно после 12. Да-да-да, у нас сегодня 2 часа «Культ похода», и оба часа будут музыкальными. И в первую очередь, в первом часе мы представляем нашего дорогого гостя, лидера группы «Торбо на круче», который сегодня выступит с акустическим концертом в нашем городе. Все подробности выступления будут чуть позже. Начнем с музыки. Итак, просим любить и жаловать в очередной раз Максим Геннадьевич Иванов. Макс, привет. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Добрый день, да, уже, добрый конечно. День. Делайте радиоприемники погромче. Слушайте нашу трансляцию в интернете на сайте hirova.ru. И также, внимание, в нашей группе ВКонтакте. Сейчас видеотрансляция нашего эфира идет, так что бегом в группу со смартфонов, с ноутбуков, с телефонов и так далее. Начинаем с композиции, потом будем общаться. И только солнечные зайцы по паркету скачут, и только ты, тишина. Застывший мир мерцает, ждет чего-то. Это значит, на город вновь идет волна.
смотрю трансляцию, вот сейчас показывает наш редактор сайта, Даша Топузлиева, там уже Наталья передает всем привет. Да, рекомендуем заходить в нашу группу ВКонтакте, если вы на нее не подписаны, то набирайте в поисковике «Эхо Кирова» и найдете очень быстро. Это Макс Иванов, лидер «Торбы накручит», такая хорошая, жизнеутверждающая летняя солнечная композиция прозвучала. В хорошем настроении, да, писалось, чувствуется, в романтичном таком, в легком каком-то. О, да. О, да. Наверное, в такой же прекрасный летний день. Да. Ну, на самом деле, песня была завершена осенью, поэтому... Ну, начата все равно летом. Это да, бам. Обычно с таких песен, как-то я привык, альбомы начинаются у исполнителя. Она такая вот как двери открывает во что-то потом. Возможно, будет такой вариант. Сейчас как раз мы... Про альбом мы поговорим, безусловно. Да, приступаем. Да. Итак, Макс сегодня с акустической программой выступит в нашем городе в заведении под названием «Тот самый бар». Это Блюхера 63А. Сбор гостей назначен на 19 часов. Начало концерта ровно в 8 вечера. Ограничение 18+. Читаю я афишку. Ну, с родителями можно. С родителями. Тем, кто еще не кому нет 18, без родителей, без родителей не ходите. Так, что за программа будет? Летняя акустика, да, все называется? Да, ну, я думаю, что будет, конечно, такая сборная со всех времен и народов. Песни, да. Напоминаем тем, кто не в курсе, 20 лет в этом году. Да, конечно, это важное событие. Ну, собственно, я думаю, что мы в туре, посвященном именно 20-летию, обязательно приедем в Киров. Это будет вот в следующем концертном сезоне. В следующем году, соответственно. В следующем концертном сезоне, который с осени начнется сезон. Да, ну, осень, с осени... Осень-весна, то есть, может быть, в этом, может, в следующем. Я думаю, что, конечно, после Нового года будет уже заезд в эту сторону, поэтому вот так будем ориентироваться. Кого ждете сегодня на концерт? Всех, кто когда-либо слышал, знает... Да, жду старых друзей, новых знакомых и так далее. Всех прекрасных людей, которым не безразлично вот живая настоящая музыка. Видимо, будет теплая атмосфера такая, да? Согреем, даже если будет похолодание. Семейная. Мне очень понравилась фраза вот из этого, вот из приглашения. Не та, о которой мы говорили до эфира, другая, что даже если вы ничего не знаете про Макса Иванова и про «Торбу накручит», никогда не слышали его, не видели, просто приходите и поймаете это настроение. То есть ждем, я так понял, что всех. Конечно. Я думаю, что, естественно, такая фраза подходит ко всем проявлениям там, культуры и искусства. Если не знаете, познакомьтесь. Ну, правильно. Вы не узнаете, пока не придете, да? Совершенно верно. Это уникальная вещь. Последний раз, напоминаем, группа «Торбы накручит» выступала в нашем городе 9 марта этого года. Мы 8-го, в Международный день, женский день, как раз были в этой студии, анонсировали этот концерт. И вот теперь уже в конце лета, спустя несколько месяцев, очередной приезд, но уже сольный приезд Макса с акустической программой. Это уже не первый концерт, да, ведь в рамках летней акустики уже были? Уже были, еще будут города. Да. А, нет, я думаю, именно вопрос про то, что в Кирове. В Кирове постоянно в начале августа я играю уже много лет подряд, потому что совпадает мой обязательный приезд к папе на день рождения, и, соответственно, повидать всех друзей, сыграть концерт, это, мне кажется, все очень правильно и гармонично. А местные организаторы всегда с радостью откликаются. Ну, конечно, у нас уже давнишние дружеские отношения, и все в этом смысле получается хорошо. У нас тут дни романтики, ведь кажется, да, где-то? Они где-то в конце августа. В конце августа. Разве на родине русской романтики какой-то день может быть не днем романтики? У нас еще есть отдельно выделенные 3 дня в августе, да, под дни романтики. Понятно. Это, видимо, романтика. Это романтика романтики, да. Крем де крем. Еще раз напоминаем, Макс Иванов сегодня с акустической программой будет выступать в том самом баре, да, на Блюхера 63А. Сбор гостей в 19:00, начало в 8 часов вечера. Мы, безусловно, еще будем слушать Максима и его песни. Сейчас небольшая пауза. И, кстати, да, не забывайте, культпоход — это еще и розыгрыш всевозможных призов, подарков. И надо сказать, что телефон нашего эфира 211-101. Не забывайте. Да. Очень скоро вам придется звонить по этому номеру. Слушайте, а также смотрите прямую видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте. Заходите и увидите всех нас воочию. Сейчас небольшая пауза, скоро продолжим. Культпоход. Макс Иванов сегодня выступает в нашем городе. Тот самый бар на Блюхера 63А. Акустическая летняя программа. Сейчас еще хотим послушать одну композицию. Какая на душу ляжет, что называется. Затем озвучим список призов. Будем слушать вопросы от Максима в том числе. И предупреждаем заранее, что мы сегодня разыграем пару билетиков на сегодняшнее выступление. Максима, ну что, дальше музыка. Точно, точно провел по дороге. Всех возможных.
жена, она немножко может устать, устареть, да и устать к тому же, кто ты, кто, да и кому ты нужен, ты сумасшедшим взглядом мозг развалился рядом, мост мне к тебе. Cry, делай, что захочешь, ты даже напиться можешь, если хочешь, ну хоть на рейсовом. Приезжай, 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 приезжай. Мы так редко бываем вместе. Спасибо, Максим Иванов, лидер Турбана Круче. Еще раз напоминаем, что сегодня Максим будет выступать с акустической программой на Блюхера 63А в том самом баре. 18+, с ограничением. Да, начало концерта в 8 вечера. Ну, просят собираться гостей к 19. К 19, да. Но я понимаю, вот по поводу прозвучавшей песни, я понимаю, что публика нашей радиостанции в основном такая зрелая. И, думаю, понимает слово «пейджер». Кто не понимает, помнит, уже, кстати, помнит, в своей аудитории, помнит такие штуки. В аудитории молодежи тоже много, это да? Очень радует, конечно. Да. Для молодых можно пусть пояснить, гуглит. Что это такая штукенция, которая способна была принимать только текстовые сообщения. Ну да. Позвони, позвони туда. Нужно было оператору пищание позвонить. Такая штука, значит, да, девушка поясе, для да. Абонента такого-то передайте. Ваня, купи майонеза. Или там что-нибудь. Очень веселое было время. Классно. Я помню. Все это не так и давно было, между прочим. Да. Быстро такая прошедшая. Вперед. Прогресс. Вот эти концерты, Максим, какая-то особая внутренняя подготовка к ним нужна? Или так вот в легкую вышел то, что... То, что внутри хочется сказать, спеть, то и пошло, никаких заранее заготовленных. Не, у меня в легкую да, так вот да. Не получается, никогда не бывает. Я обычно за сутки становлюсь самым мерзким человеком на земле, ухожу в себя, и очень сложно со мной общаться, моим родным и близким. Но они стоически это терпят. Да, как видишь, мы нормально так переносим, как более-менее, раз вот сейчас эти сутки идут. Да, можете попасть под замес. Ну, а потом, после выступления, какая-то оценка... Сыгранного, спетого нет? Или, все, или отходишь опустошение полностью? Опустошение полное да. На некоторые, несколько часов. Ну, обычно там до утра и в течение следующего дня восстанавливается мозг на место. Понятно. Ну, вот издержки профессии артиста, музыканта, наверное, да, именно в этом нужно сосредотачиваться, а потом... Ну, энергетика, что называется, да? Почему я просто прям физически не могу, например, давать интервью после концерта, потому что выдувается все из головы, из организма. То есть я двух слов очень сложно мне связать, практически не могу. Вот. И это обычно некоторые там журналисты обижаются. Или, там, что, ну как так, что за понты такие начинаются, типа после концерта не подходите, все такое. Но это вот правда жизни такая. А когда ребята, коллеги по группе рядышком, ну когда... Вместе команда выступает полегче или тоже? Ну, там отдача большая. Свои нюансы, естественно. Отдача всегда максимальная. Просто там уже много приходится следить за, так сказать... общим звучанием, качеством исполнения и всего. То есть, в принципе, там... нервотрепки добавляется даже? Ну, нервотрепки, конечно, больше, да, с точки зрения отстройки и всего остального. Но и... Энергетика делится же на пятерых, как минимум, людей, которые на сцене. Еще в зале звукорежиссер и директор наш Лиза тоже, она полностью в процессе. Поэтому мы все это делим на семерых. И, ну, веселее, естественно, все происходит. Да, мы сейчас начнем розыгрыш наших призов, среди которых и два билета на сегодняшнее выступление Макса и Иванова. Давайте сейчас зададим вопрос нашим слушателям. 211-101, номер нашего телефона. Прозвучит вопрос от Максима, и затем мы с Николаем, начнем, да. Воспользовавшись список, небольшой да. паузой, пока люди будут звонить, озвучим наши призы. Итак. Ну, я решил вопросы такие сегодня задать по истории рок-н-ролла в нашем городе, в Кирове. Он есть, и у него есть история. Да. Безусловно. Вот, значит, какая? Первый вопрос такой. Как называлась великолепнейшая, замечательная группа, основанная в середине 80-х,
Ну, там все мои, конечно, друзья и товарищи играют, поэтому мне просто с огромной любовью о них говорю. Джеки Сергей Перминов, саксофонист, организовал, можно сказать, ее. И в ней играли Леша Федяков, Вайнер, который впоследствии переехал в Петербург. И там группа Вайн долгое время играла и работала. Сейчас он выпускает сольно свои произведения. Также там клавишник Владимир Иванищев, Пух, mm-hmm. и Игорь Быков на барабанах играл. Вот. Еще басиста не назвал. А, Костя Кремлёв, конечно. Костя Кремлёва забыл. Да, да, легенда. Николай наша, вспомнил правильно. Да, слава богу. Да, господи, да, мы в этом городе живем. Наши... Это невозможно. Это уже была рок-лаборатория легендарная, ну, кировская? Или я спрашиваю, она, кировская рок-лаборатория, перманентно возникала, потом пропадала несколько лет, как кто-то другие. Про рок-лабораторию я, кстати, спрошу следующий вопрос. Хорошо. Там, да. Это уже, можно сказать, была такая супергруппа даже. Все ребята до этого уже поработали, все были очень известны. Ну, кировская, давайте. Группа, короткое название. Сейчас, у нас уже есть звонок, принимаем сейчас. Знаток, видимо, кировского рок-н-ролла дозвонился. Алло, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Жигалин нам дозвонился. Ну да. Да, мы вас узнаем по голосу. Добрый день, Андрей. Ну что, ваш ответ? Ну, это группа «Вино». Неправильный ответ. А, ну, Обермайкен еще она называется. Тоже нет. Ну, Андрей, к сожалению. Жигалин ошибся! Андрей, к сожалению, два варианта вы уже озвучили. Андрей, больше по нашим правилам мы не даем. Сегодня мы вам больше возможности не дадим. 211-101. Слушай, это редчайший случай, когда Андрей Жигалин не ответил на вопрос. Надо день ответить в календаре красным цветом. Грусть печаль у Андрея, а мы тут, понимаете. Нет, ну понимаешь, я не думаю, что он сильно очень грустит. Ладно, поехали, давайте озвучим. Вот что я думаю. Да, давайте озвучим наши призы. Нет, все-таки успел нам дозвониться наш слушатель или слушательница. Сейчас выясним. Алло, добрый день. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый день, Екатерина. Екатерина, очень приятно. В случае правильного ответа, я подозреваю, вы сегодня пойдете на концерт Максима. Давайте. Да, конечно. Да, отвечайте. Я предполагаю, что это группа ЧП. Бинго! ЧП. Конечно, да. Отлично. Спасибо. Ответ правильный. Характерное название, по-моему, для того времени. Надо же выделяться как-то было, да? ЧП. 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 Хорошо, название, отлично. Да. Екатерина, ну что, 100% два билета выбираете? Да, конечно, только билеты. Все, билеты на Макса Иванова сегодня, они ваши. Договорились. Не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор Анна вам объяснит, где билеты эти можно забрать. Итак, мы сейчас должны все-таки озвучить. Должны озвучить. Поехали. Начнем, да? Да, поехали. Книги от магазина «Читай город». Книги просто изумительные. Пока Макс пел, немножко их полистал. Оксана Захарова, как в СССР принимали высоких гостей с картинками. Слушайте, ребята, пальчики облили. Книжка с картинками? Да, книжка с картинками, 16+. Даже, мне кажется, не надо пояснять. Срочно, есть возможность у вас заходить в группу ВКонтакте. Очень такая познавательная, говорящая фамилия про многие разные вещи, которые есть, которые произошли от фамилии. Ну, типа Макинтош, например, да? Uh-huh. Откуда взялась? Тоже крутая тема. Деревянная. Вот. И здесь вот целая, представь, вот, целая толстенная книга вот про такие вещи, говорящие фамилии, имена и фамилии, ставшие нарицательными. Очень круто, да. Очень круто. Когда дым застилает глаза, слушай, мне даже страшно книгу в руки брать. Это рассказ человека о его работе в американской похоронной индустрии. Человек-работник крематория решил написать правду о своей работе, да. Когда дым застилает глаза, после прочтения этой книги ничья психика не пострадала, написано. Ну, но я в этом совсем не уверен. В общем, читатели с железными нервами нужны. Ну, 16+. Кто-то любит погорячее, 16+. Да? Кто-то любит погорячее, наша молодежь, мне кажется, от таких тем как раз у вас тоже. Да, Луиза Уолтерс, «Чемодан миссис Синклер». Потрясающе красиво сделанная сказка о любви, которой не страшны никакие секреты, но просто чудо-книга совершенно. И более грустная такая вещь, мировой бестселлер Милены Бускетс, и этот тоже пройдет, умный, тонкий, эротичный, абсолютно европейский роман, но немножко такую грустную тему. 40-летний мадам, да, которая до сих пор потеряла, пытается найти себя. Которая потеряла мать, и вот в такой ситуации все-таки пытается найти себя. Угу. Это и другие книги можете купить в магазинах «Читай город», на Преображенской 65 и на Ленина 103А в торговых центрах. Также мы вас абсолютно безвозмездно можем отправить на любой фильм или любой сеанс в кинотеатр «Дружба». В галерею «Прогресса» вы можете отправиться. Там продолжаются две офигительные выставки. Это «Оттепель». Ты очень точно подметил. На самом деле, офигительные выставки, да, реально. «Оттепель» Владимира Лангранжа, нашего знаменитого отечественного фотографа. И выставка «Гол», которая была приурочена к чемпионату мира по футболу. Ограничение возрастное у этих выставок 0+. У нас есть сертификат на 4 занятия в школе современной музыки «Practice Method». У нас, так сказать, об этой школе даже целая программа была. Те, кто слушает, наверное, знают, о чем дальше речь. Дальше мы уже разыграли, к сожалению, пригласитель на двоих на сегодняшний концерт Макса Иванова. Но зато у нас есть еще приглашение на концерт «Эль Танго», который сегодня в 8 часов вечера будет выступать в ресторане «Гауди». 2 билета за барную стойку. Поясняем. Конкурировать с Максимом. Да, ну...
к сожалению. Я думаю, что, наверное, все-таки немножко разные люди. Разные. Не, разные люди. Я понимаю, но я сам бы с удовольствием сходил на Эльтангу. Да. И они бы, наверное, с удовольствием сходили бы на Макса Иванова, но так получилось, что работают там и там приглашение за барную стойку, то есть вы проходите, ну а все остальное за ваш собственный уже. Во втором части у нас будет еще один приз, но это уже связано с непосредственно гостем, вернее, гостей второго часа, мы озвучим чуть позже. Еще хотим вопрос, Максим, перед рекламой успеем задать? Конечно. Да, я уже говорил, что про историю рок-музыки сегодня пройдемся. Значит, второй вопрос такой. Как звали человека, который в середине 90-х приехал в наш город и занялся как раз организацией рок-лаборатории? И это замечательнейший человек был, он уже в иных мирах, и он автор прекрасных песен, философских трудов и лидер группы «Ромис Локус». Угу. Ну, тут без вариантов уже, по-моему, ответы. Здесь варианты ответа просто глупо говорить, это так же, как по случаю с ЧП, то есть, как бы, ну, видишь, это те вещи, иногда, которые просто должны быть в голове. Просто. Сейчас будем принимать звонок. А вот он, Денис, уже и звонок, вот он уже звонок, да, добрый день, вы в эфире. Алло. Алло. Вы в эфире в прямом. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна. А я... как звали того человека, который организовал у нас прекрасную рок-лабораторию? Я это нечестно поступила, потому что этот человек был мой муж. Да, совершенно верно. Здравствуйте, Татьяна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что дозвонились. Да, вот вспомнили. Вспомнили. Ну что? Я извиняюсь перед Максимом, я в прошлый раз лоханулась сюда минором. Ну, бывает. Но вы все равно меня пустили на свой концерт. Сейчас я тоже хочу побывать. Немножко у нас со связью. Связь не очень понятно, да, не очень понятно, что вы говорите. Да. Ну, у меня телефончик, наверное, плохо. Да, пожалуйста, не кладите трубку, вы, пожалуйста, с нашим редактором, да, Анной, вот тот список призов у нее тоже есть, и вы выберете приз, который больше всего вам нравится. Да, а мы пока просто уйдем на рекламу, и все будет хорошо, да? Да, после чего будем слушать Максима, будем слушать композиции, и еще с вами поиграем. 211-101, не забывайте, что есть еще и прямая видеотрансляция, и в том числе там можно увидеть, что у нас в перерыве происходит. Трансляция, я имею в виду, в нашей группе ВКонтакте. Добро пожаловать. Программа «Культпоход». Мы продолжаем. Наш гость Макс Иванов, лидер группы «Торбо на круче». Максим приехал из Питера и сегодня даст акустический концерт в том самом баре на Блюхера 63А. Сбор гостей начнется в 19 часов. Сам концерт ровно в 8 вечера. 18+. Приходите, не пожалеете. Сегодня Максим исполняет свои композиции. Давайте еще одну песню запулим. Давайте. Потом еще пообщаемся. Одна из новых называется «Дар». Пока еще не выходила на пластинке официально? Нет. Нет, не выходила. А я сегодня все пою пока, те, которые на пластинках не выходили. Такая жизнь не по мне. Встал и разбил стакан и пошел. Дышать и радоваться, дар, жить не оглядываться, дар, лететь без устали, любить без устали, дар, замерзнуть и согреться в дар, друг другу свое сердце отдать, глядеть не наглядеться и чувствовать. Он говорил мне, знаешь, старик, жизнь — это миг. Нужно дышать и петь, петь и дышать, благодарить богов за этот шанс и за любовь. В чем тут
секрет. А это дар дышать и радоваться, дар жить не оглядываться, дар лететь без устали, любить без устали, дар замерзнуть и согреться, в дар друг другу свое сердце отдать, глядеть не наглядеться и чувствовать, 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 чувствовать. Время текло, мир изменился весь, и только добро и зло также несли свой крест, а друг наш смотрит с небес. Он Бог там и суперстар, а мы ждем чудес и открываем дар, и открываем дар, дар дышать и радоваться, дар жить не оглядываться, дар лететь без устали, любить без устали, дар замерзнуть и согреться, в дар друг другу свое сердце отдать, глядеть не наглядеться и чувствовать, чувствовать, дар дышать и радоваться, дар жить не оглядываться, дар лететь без устали, любить без устали, дар замерзнуть и согреться, в дар друг другу свое сердце отдать, глядеть не наглядеться и чувствовать, 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 чувствовать. Спасибо, Макс Иванов, фронтмен группы «Турбо на круче». Сегодня у нас, можете смотреть нашу видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте. Пожалуйста, заходите, у нас есть еще 6 минуток на общение. Ну что, давайте поговорим об альбоме «Турбо на круче». Вот если зайти на официальный сайт «Турбо на круче», то вы на него не попадете. Там написано, что сайт на реконструкции, но вы можете поучаствовать, помочь, так сказать, выпустить «Турбо» новый альбом. Вы помочь и поучаствовать. Помочь именно... и поучаствовать, да. Расскажите, Макс, подробнее. Это третий проект, лично мой краудфандинговый проект на портале Planeta.ru. Первый — это альбом «Турбо на круче. Части света». Предыдущий, который выходил. Потом я работал с проектом «Иваново детство». Вот первый альбом этого проекта вышел. И теперь мы также вместе сообща решили с нашими слушателями профинансировать запись с вот этого нашего юбилейного 20-летнего, я имею в виду, вернее, как 20-летний альбом звучит неграмотно, 20-летия группы. В честь 20-летия. Совершенно справедливо, да, в честь 20-летия. Альбом, который мы начали уже писать, и вот планируем за этот год нашего 20-летия как раз записать и выпустить. Ну, Максим, обычно 20-летие выпускает King Greatest Hits, The Very Best Of, там что-нибудь такое. Ну, это сильно не заморачивается. Да. А здесь новый материал будет полностью, да? Да, конечно. Только те песни, которые еще не выходили в записи группы. Ну, естественно, часть из них больше я уже давно пою на концертах. Некоторые недавно, вот как новые песни. Но, во всяком случае, концептуально мы соберем такой альбом, который нас будет самих радовать и... Надеемся, что будет радовать наших зрителей. Вот, да, и проект на портале Planeta.ru сейчас продолжается в самом разгаре. Мы его планировали, мы его не очень вовремя запустили, в конце весны уже. Да, в конце мая где-то, да. В апреле, по-моему. В апреле? Но, да, ну, неважно, все равно уже такое отпускное время начинается, и люди больше думают о других вещах, об отдыхе, а не о каких-то таких серьезных проектах и вложениях. Ну, вложения — это же, естественно, как я уже всегда объясняю, и уже неоднократно здесь рассказывал про краудфандинг. Это когда ты покупаешь что-то чуть раньше, чем это у тебя появится. Ну, то есть... всякая сувенирка, в том числе футболки, сувенирка, кружки, сами символика, альбомы, естественно, да. И многие такие кайфы, которые
не физически. То есть это участие в репетиции, участие в записи. У нас уже это проходила акция на студии «Добролет» в Петербурге. К нам приходили наши акционеры и с нами записывали песню как раз про солнечных зайцев, с которой я начал. Какую роль там интересно? Хор. Хор, да. В составе голосов, да? Да. И было очень, на самом деле, круто. И я надеюсь, что это займет достойнейшее место именно в наших записях. И все имена и фамилии наших акционеров, естественно, будут запечатлены на обложке пластинки. Это вот реальный вклад и место в истории нашей группы от каждого человека, который примет участие. И у нас еще там есть некоторая сумма, которая должна добираться. Ну, она сейчас передо мной, перед глазами. Да. В принципе, ничего, вы уже близки к цели. Близки, но вот призываем всех, кто еще не принял участие, принять участие и стать нашими полноценными со-продюсерами, со-товарищами в создании этого альбома. Ну, конечно, тут уникальность надо подчеркнуть, да, самой этой краудфандинговой платформы «Планета.ру», к созданию, кстати, которой тоже известный музыкант отношения имеет. Я имею в виду Макса Андрющенко, он же Макс Лаксмус, да? Из группы Би-2. Бас-гитарист группы Би-2. Вот штука такая сначала на Западе появившаяся, когда, да, там, в обход там продюсеров, всевозможные эти вот преодолеть препятствия, когда напрямую поклонники общаются с группой и, собственно, помогают ей выпускать пластинки. Идея такая очень интересная. Ну, у нас уже все рок-музыканты, которых мы, в принципе, знаем, имена на слуху, и Гребенщиков, и Алиса, и все даже метры большие, они этим уже пользовались. И Калинов Мост тот же, и Би-2, естественно. То есть это вполне такая практика современная, важная и полноценная. Ну, она ведь во многие сферы жизни вошла и даже дошло до того, что сейчас закон собираются принимать краудфандинги. Да? Да, мы тут обсуждали, сидели в студии. Да, вот. В первом чтении, кстати, он уже принят. И что он что гласит? Да, гласит, ну там как бы просто контроль. Государство под контроль берет операции, да. Чтобы всевозможные жулики не появлялись, якобы вот на этой арене. Понятно. Государство все хочет взять под контроль. Увы, но это так, да. Итак, у нас пара-тройка минут. Ну, вы в любом случае успеваете нормально, еще не вступит на все силы. Хорошо. Парочка минут. Итак, еще раз всех приглашаем на концерт Макса Иванова, который начнется сегодня в 8 вечера в том самом баре на Блюхера 63, сбор гостей. В 19 часов, ограничение возрастное 18+. Первая часть культпохода на этом завершается. Мы хотим еще бы хотя бы частичку композиции сейчас услышать напоследок. Давайте не будем частичку. Давайте уже на концерте все. Хорошо, да, на самом деле. Все, да. Макс, расчлененкой заниматься не хочется. Давайте приглашайте какие-то слова особые. Да, друзья, приходите. Я всегда рад любому приезду, конечно, в Киров. Это моя родина. И на концертах эта атмосфера... Тоже многие люди подчеркивали, которые приезжали из других городов. Я же веду такую некую просветительскую работу среди слушателей, что Вятку обязательно нужно посетить. И вот люди отзывчивые, многие уже приезжали и не по разу в наш город и радуются этой атмосфере именно на концертах, которые у нас происходят. Так что давайте сегодня продолжим эту славную традицию. И с летом-то у нас повезло в этом году, да уж? По большому счету можно сказать. Погода хорошая, обстановка в городе вот такая. Даже несмотря на то, что сегодня обещали плохую погоду, слушай, опять вот что. Как назло. Как назло, да. Спасибо, Макс Иванов, лидер группы «Торбо на круче». Добро пожаловать еще раз на сегодняшнее выступление Максима. На этом первый час культпохода завершается. Мы встретимся через 20 минут и продолжим нашу музыкальную линию сегодняшнюю. Так что будьте с нами. Спасибо. Культпоход.